Эта история, которая привела 33-летнего нижнекамца к скамье подсудимых, началась 14 мая 2022 года. Мужчина нашел кошелек, денег в нем не было, но была банковская карта. Недолго думая, нижнекамец решил, так сказать, пошопиться за чужой счет. За 2,5 часа он посетил 12 магазинов, закупился продуктами, спиртным и хостоварами. На все это потратив 21,5 тысячи рублей. Но это не единственный проступок подсудимого. При задержании он оказал яростное сопротивление полицейским. В машине ПТС разбил окно и выпрыгнул из автомобиля. Этим дело не закончилось. Он вступил в рукопашный бой со стражем порядка. Нанес ему 5 ударов ногами и кулаками. За это ему тоже предстоит ответить. Приговор зачитывали около получаса. Пенсионер, чьи деньги потратил нижнекамец, простил его. Подсудимый возместил ему ущерб в размере 5 тысяч, хотя потратил 21. Вину свою признал частично только эпизод с картой. Нападение на полицейского мужчина отрицал в ходе всего судебного процесса. В итоге отделаться условным сроком у него не получилось. Суд вынес ему приговор в виде реального заключения под стражу в колонию строгого режима сроком на 3 года и 3 месяца. Вера Муратова, Евгений Лызаев, Новости НТР.